всем новогодний привет! Ну вот мы с вами и прибыли на Кубу! Государство это находится в Латинской Америке, в Карибском море. Так что же нас ждет на этом удивительном острове? На острове Свободы вам не встретятся ни Дед Мороз, ни Санта-Клаус, ни тем более рождественские чулки. Еще бы! Ведь температура на улице порядка плюс 30 градусов по Цельсию. А волшебством и подарками на Кубе заведуют три волшебника – Гаспар, Мельхиор и Бальтасар. Этих волшебников называют королями. А сам Новый год таким образом – День королей. А елка-то у них есть? Увы, елку на Кубе не наряжают. Но зато по традиции кубинцы наряжают другое хвойное дерево – араукарию, пальму или кактус. И не удивляйтесь, если вдруг в канун Нового года вы увидите кубинца, гуляющего, как ни в чем не бывало, с чемоданом или мешком вокруг дома. Это традиционный новогодний обряд, который должен привлечь в Новом году интересные приключения и путешествия. Жители Кубы кладут на дно чемодана несколько монет – символ богатства и процветания. И перед полуночью открывают в доме все двери, как внутренние, так и парадные, тем самым провожая Старый год и с распростертыми объятиями встречая Новый! А есть самая необычная традиция жителей Кубы – выливание воды из окон после полуночи. В ожидании наступления Нового года кубинцы набирают во все тазы, кувшины и банки воду, а после боя курантов выплескивают ее из окон. При помощи этого ритуала они прощаются со Старым годом и со всеми старыми делами, оставляя тем самым в прошлом. Ну что, друзья, понравилось путешествие по Кубе? Обрадуя всех зрителей, следующая страна в нашем списке – Россия! Увидимся! Пока!